De la part de qui? Короче, нам какая-то огромная посылка пришла. И мы не знаем от кого, потому что мы ничего не ждем сегодня. Скажите всем доброе утро. Доброе утро. Я не могу себе сказать, вам сказать доброе утро, потому что у меня маска страшная на лице. Сейчас мы откроем эту посылку. Жужука сказал, открывайте. Это просто на его имя пришло. А что все такие тут стоят в ожидании? Та-дам. Та-рам. 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 Та-ра-ра-рам. Что же здесь? Бумага. На, это тебе. А это... Тебе. На. Бумажка. Вот, и все. А это папе. А, это то, что он просил. Это шахматы, наверное. Та-дам! Вот, оттуда что так радуешься? Это папин подарок. А потому что он с тобой играть будет, поэтому. Да, это ему, видимо, мама купила, потому что она его прям спросила, что хочешь в подарок. Он вот это заказал. Что ты там нашел, Джеймс? Коробке. Что ты такое здесь в коробочке? А где он? Что ты там делаешь? Ку-ку! Ку-ку, шатон! Шатонович! Бум-бум-бум, чики-чики-бэй-бэй! Напугал этот человек, который теперь у нас в бассейне работает, потому что мы договорились, ну, раньше же у нас по средам постоянно он приходил, а потом нам поменяли его. Вначале дали какого-то несимпатичного, потому что первый был вообще просто симпатичный, потом дали несимпатичного, а потом поменяли и дали опять симпатичного. И он постоянно даты меняет и говорит, давайте вы будете приходить по средам. И я знаю почему, потому что по средам у меня дети, постоянно у меня по средам дети. Тарелки пустые. Дети только что начали говорить «Манджу!» И я вспомнила песню «Манджу». Смотрите. Офигенская песня, серьезно. Слушайте. Ой, а кто манджи? Бьем. Джеймсу! Сейчас будем снимать, короче, с ними игрушку одну прикольную. Там типа надо сложить, сейчас я покажу. Где эта игрушка? А где игрушка, дети? Где игрушка? Где? А теперь нет. А вот, вот. Это игрушка мороженая. Ну, короче, я сниму, выложу на их сайт, на их канал, посмотрите, прикольная игрушка. Мы только что снимали, здесь такая классная игра, надо отпускать, ну покажи, как надо делать. А, уже проиграл. В этой игре нужно каждому как бы по шарику устанавливать, и у кого башенка ломается, тот и проиграл. Только что Леночка выиграла, у нее 3 раза получилось выиграть. Так что это Тео, значит, будет убирать комнату. Давай. Так, мама тоже будет как Лена делать. Как Лена. И Тео не дает мне играться. А, это мое мороженое. Я послала деток какашки убирать. Но нас по очереди. Ну, знаете, почему меня вы не видите, когда я собираю? Потому что снимаю-то я. Получается, когда кто-то другой собирает какашки, я могу снимать. А когда я не снимаю. Не буду же я снимать какашки. Сейчас они пособирают, ручки помоют, и пойдем с ними мороженое в центр поедим. Изыди, нечистый! Изыди! Тоже
мне защитник. Крышку боится. Ой, где он сидит? Что ты там сидишь? Охраняет, наверное. Это кота-собак там сидит. Мы пришли в офис до туризма, чтобы посмотреть, какие мероприятия в будущем. И вот я смотрю, здесь для детей есть 23 июня что-то для детей есть. Какой-то информативный вечер какой-то. Конкурс фотографии. А это что? А, смотри. Здесь, смотри, сынуль, вот в парке, в парке у нас будет, значит, 6, 13, 20, 27 июля Баль Мюзет! Баль Мюзет. А, ура! С субботы, через две субботы начинается. Ты хочешь танцевать на Баль Мюзет? Да, молодец. Пошлите. Идем сядем. Давай, вот тут вот сядем, тогда тебя пошлем за мороженым. Мама, живи. Ой, идите, иди, Лен, иди сюда. Ты хочешь в Тео пойти? Ты его закажет нам. Ты какое хочешь мороженое? Шоколадное взяла себе, молодец какая. Садись. Нет, тут Джеймс сидит. А? Спасибо. С тирамису? Садись вот тут или вот тут, где хочешь. А ты себе какое взял? А у тебя какое? Ванильное. Ванильное? Почему ты говоришь тужу? Они всегда тужу. Раньше ты шоколадное ел. А вон там уже шоколя. Больше не ел, но все ваниль. У тебя вкусно? Шоколя у нутелла? Шоколя. Тик-так. Джеймс, сторожи детей. Гулять так гулять. Мы еще на детскую площадку пришли, потому что из-за туч никого здесь нет. Все боятся дождя. А мы, вот пойдет дождь, тогда и убежим домой. А пока нет дождя, будем играться, правда? И все такие, да, кричат мне хором, я слышу. Я когда была тоже ребенком, у нас прямо под окном была примерно такая же площадка. Ну, может быть, не такая модерновая, но чуть-чуть другая. Я постоянно там лазила, когда видела, что папа выходил на балкон покурить, я ему кричала: «Папа, папа, смотри!» И показывала ему, как я умею висеть или ходить там, не знаю, или еще что-нибудь там, свои способности на площадке показывала. Потом эта площадка поросла травой. Дети поразъехались. В общем, была такая заброшенная площадка, ее даже подумали люди перекопать на огороды. А папа мой сказал: фигу вам! Вот такую большую. Нашел где-то песок, нашел где-то средства, и восстановили они эту площадку. Поэтому этим летом мы с детьми поедем туда и будем заниматься на хорошей, восстановленной на средства жителей по указанию моего отца восстановили эту площадку, и будет у нас замечательная детская площадка. Это у них игра какая-то детская. Ты следишь? Смотрите, какое интересное поздравление прислала моя сестра с мамой и с дочкой. Bon anniversaire, Julien. Happy birthday to you, Жужука! С днем рождения! Вся семейка у меня какая-то одинаковая, как я все. Он спит на крыше, что ли? Кяк? Дождь начинается. Может, домой зайдешь? Кяк. Там дождь начинается. Капает уже. Он сидит. Слушайте, представляете, у них в конвертике Pandcraft была... Ну, покажи маечку. Где майка? Доченька, где маечка?
А, вот, покажи маечку. Вот такая маечка там была, и ее нужно разукрасить. Там, получается, специальные карандаши, фломастеры. Да, это твои. Да, так, а тебя я не звала. И вот это вот, получается, им сейчас можно разукрасить и даже подписать. Вот такая вот у нее будет маечка. Прикольная, да, работа у вас? Oui, mais vous pouvez écrire les noms quand même. Eh oui. Это гениально. Ну, давайте, рисуйте. Вот, ребята, все действительно познается в сравнении. О, тише чуть-чуть. Мне иногда люди пишут, о, ты так хорошо выглядишь, что там лучше стало, посвежело, похорошело, да все что угодно. Я даже сама начала в это верить потихонечку. А сейчас такая зашла в Инстаграм. А я подписана на очень многих девушек, знаете, вот красивых девушек таких. Как сравнила себя с ними, думаю, блин, колхоз колхоза. Еще еду за овощами на ферму, в колхоз. И ем яблоко, как колхозница. Так что, вот так, товарищи. Вообще, наверное, перестану Инстаграм смотреть, потому что меня это вводит в депрессию. Вроде с утра посмотришь, нормальная такая, вроде обычная такая женщина. А потом, как сравнишь себя с такими же обычными женщинами примерно того же возраста, примерно того же социального положения, но которые выглядят как куколки, вот тут да, тут фигеешь. А, кстати, знаете, что я хотела вам сказать? Очень много в России переделанных там, да, девушек. Ну так они хорошо переделанные, понимаете? Их-то хорошо переделывают, что вот смотришь, любо-дорого взглядеть. Аленушка, или как-то Аленушка и Яленький цветочек. Ну красивые, да, там все сделано, заточено как надо. А здесь я вот ходила, когда по поводу груди там узнавать, ну и по поводу пилинга, в кабинете сидят женщины. Фиг знает, сколько им лет, вот честно говорю. То ли 30 и плохо. Нет, то ли 30 и плохо выглядят, и в них натянутая вот такая вот кожа, то ли им 60, и они хорошо выглядят. Вообще непонятно вообще. И все так сделано, знаете, чуть ли не нитки торчат, вот где лицо им подтягивали. То есть настолько неестественно, настолько все плохо. Мне кажется, ты должен просто сделать определенный момент, выбор в своей жизни. Либо ты все-таки идешь на поводу моды и держишься в рамках, там, большие, там, высокие скулы, пухлые губы, там, ярко открытые глаза, либо ты этого просто не делаешь, потому что вот так просто взять потом, там, через 10 лет, когда у тебя там уже кожа подвисла немножко, да, и взять, прийти к хирургу и сказать, исправьте мне что-нибудь, тебя просто натянут, блин, как на барабан, понимаете, и все, это выглядит неестественно, поэтому мне кажется, там где-то в 35 лет нужно реально уже начинать что-то делать, либо не делать это никогда, иначе все это выглядит смешно. Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Делать или не делать? Ладно, философия. Надо взять клетчатую сумку, но у меня не клетчатая, у меня обычная. Ехать за овощами. Ты сама разукрасила ее, да? Какая красивая у тебя майка, ты еще крутая, просто смотри, в кроссовках, в майке, просто вообще супер крутая девочка ты. Сделай еще вот так. Yes. Я видела, молодец какая. Сама разукрасила, умничка. Ходили в магазин, смотрите, что купили. Флаг. Иди на улицу помаши. Allez les bleus! Счастливый дети. Сегодня просто курица по-индийски. Курица по-индийски, фасоль стручковая и немного вот такой вот каши. Я забыла, как она называется. Желтая. Пшеничная, пшенная, что ли. А здесь у меня соус с луком, с чесноком и с кучей целой специй. Потому что половина вот этих специй была использована в этом индийском рецепте. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.